Дорогие друзья, сегодня 49-я сессия Академии Будо посвящена техникам Ринзоку Ваза. Это связки. Если сравнивать с музыкой, это классические гаммы. Мы обучаемся элементарные простые действия, простую базовую технику связывать воедино, да, хотя бы несколько действий, 2-3. Да, и если опять же сравнивать с музыкой, да, появляются гаммы, которые уже похожи на мелодию. Вот точно так же ваши действия, да, постепенно превращаются в какую-то комбинацию, в целую стратегию. Вот. Этому и будет посвящена сегодняшняя сессия. Традиционная медитация. О, как не запуталась она в своих ногах, гусеница на ветке старой сливы. Наверное, все наблюдали, как двигается гусеница с ее огромным количеством ног, и как слаженно она это делает. Удивительная гармония. И когда мы занимаемся карате и выполняем технику связанных действий, особенно когда это делают мастера, можно залюбоваться, так же как гусеницы на ветке. Попробуем? Сегодня я хочу вспомнить, и для себя тоже вспомнить, интересные действия, которые я наблюдал у мастера Нисимуры на его семинаре. Попробуем для начала простые линейные действия. Эти действия каждый из вас делает в своих дадзё. Единственная особенность у нас появляется, когда мы делаем хикими, да, движение, да, назад, в срыв дистанции. Мы с вами попробуем сделать разрыв дистанции, получить заряд энергии от опоры, которая появляется после этого шага разрыва дистанции, переведем эту энергию в удар якудзюки, и затем очень интересное действие ногами, стартовое движение. Хикими, якудзюки. И вот эта ножка, немножечко подбираясь назад, как бы бьет, как конь копытом бьет, а задняя нога летит вперед колен. И это мы синхронизируем со вторым ударом якудзюки. Получается такое действие. Вот таким образом. Очень важно не запутаться ни в ногах, ни в руках. Мы с ребятами отдельно взяли тему стартовой скорости и попытались синхронизировать движение опоры, движение удара, да, и другие части тела, которые машут во время этого действия. И получается вот таким образом. Гусеница не запуталась. Попробуем. Сначала стартовую скорость, а потом вот эту связочку. Смотрим внимательно. Мы с вами разрываем дистанцию, ножкой удар моей деревья, разорвали дистанцию. Здесь заставили партнера защищать живот. Он защитился. Мы продолжаем на него падать. Ха! И вылетаем ударом якудзюки в голову. Приготовились, моей деревья. Ич, ни, сан! Ич, ни, сан! И рука влетает в голову.
Вот и получается, он занят своей ногой, а так и не получилось. Его внимание тут же занялось животом или грудью, открыв голову, а волна такая, что мы падаем, и нам некуда деваться, нам приходится выйти. И попадаем в нужный момент. Когда мы пытаемся сделать динамичные связки, получается, что мы все равно застреваем в какую-то статику. То есть или нога долго стоит, или рука там где-то зависает. То есть все равно это происходит так. Давайте сделаем синхронизацию. Встали ровненько, очень простое упражнение, чтобы у нас появилось именно нужное мышление, работа клеточек мозга, которая будет именно позволять нам делать связки, связанные действия. Ножки. У нас ручка идет вперед, ножка вверх. Мы просто бежим. Раз, два. Вот простое действие. То есть ваши связки в карате должны быть такие же простые, как пробежка. Пробежка трусцой, естественное движение. Внимание. Нет, это не должно быть вот так. Естественно. Синхронизируем с дыханием. Отлично. Хорошо. Подышали, немножко цигун, вдох, потянули печень и селезеночку, выдох, вдох, нормализовали кровообращение, вдох, выдох, вдох, выдох. Поделюсь немножечко с девочками, очень мощное упражнение, для мужчин полезное, для легких это упражнение, назад большим пальчиком, а для женщин, да, снимаются застои лимфатической системы в грудной области, чтобы не было опухоли. Раз, вдох, выдох. Два, вдох, выдох. Три, вдох. Сильно потянуть большой пальчик. Выдох, вдох, выдох. Отлично. Ну, у нас осталось время. И попробуем выполнить технику на цукоми. Встали ровненько, шикодач, и используем силу вращения корпуса, наклон корпуса и удар кяку-дзюки. Приготовились. Одновременно мы делаем увертку и контратаку. Рич, ди, сан, си, го, хоп, сет, хат, го, дзю, ос, Ванисан. Ванисан, быстренько. И смотрим, что из этой техники можно сделать. Выполняется атака. Мы уворачиваемся с ударом гяку-дзюки ноцукоми. И тут же делаем ноцукоми нагаси-дзюки в верхней секции. Поехали. Айч-тин! 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 Вот таким образом тело выстраивается. Попробуйте сделать гяку-дзюки на цукоми, а получится у вас следующий нагаси или какая-то своя техника, пожалуйста, сделайте что-то свое. У большинства получается, что ваш корпус остается, вы остаетесь по линии атаки. Вы стараетесь защититься, присесть, но остаетесь по линии атаки. Попробуйте, вот встаньте сейчас буквально минуту, попробуйте, вот как будто ручки у вас заняты, и вам приходится увертку делать. Раз, на эту ножку. Все, атака мимо вас прошла. Два, в другую сторону. И вот этот поворот используйте для того, чтобы воткнуть свою ручку вперед. И уход с линии атаки. Ни. Так. Сан. Так. Си. Так, уход с линии атаки. Корпус наклони. Го. Уход с линии атаки. Го-го. Уход с линии атаки. Спасибо.